На верность своему делу присягнули молодые учителя столичных школ. Ежегодная церемония посвящения в профессию проводится уже более 15 лет. Всегда яркий эмоциональный праздник. У молодых педагогов все еще впереди и победы, и поражения. Но уже есть любовь к профессии, иначе бы они не выбрали этот непростой путь. В зале около 300 учителей. Школы, учреждения дошкольного образования очень ждут их. Ведь это новые силы, новые идеи и новые возможности. На сегодняшний момент здесь создается необходимая материально-техническая база, необходимый уровень средней заработной платы для того, чтобы действительно учитель мог сам себя реализовывать и получал определенную поддержку, в том числе со стороны республики и муниципалитета. Погружение в профессию лучше проходить с наставниками. Когда за спиной молодого педагога стоит рядом хороший наставник, конечно, это уже хорошее начало для молодого педагога. Я так думаю, что у них все получится, потому что 50% успеха уже есть. Мастерство, искусство к молодому педагогу подойдет со временем. Через наставников, через своих детей, через своих учеников, воспитанников, родителей. А учителем каждый может стать только тогда, когда приобретает свой собственный опыт. Итак, год начат. Учительский труд нелегкий, но ничто не пугает молодых педагогов на пути к своей цели. Я вижу в этом перспективу, мне это интересно. Сам процесс преподавания пока дается достаточно сложно, но я думаю, это все нарабатывается с годами. Каждый новоиспеченный педагог получил сертификат и дал клятву верности профессии. Праздник завершил массовый танцевальный флешмоб. Наталья Мальчикова, Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.